другая Россия, она есть в душах у людей. Есть ребята наши, я скажу так, в Челябинске. Их решили засадить в концлагеря только потому, что они хотели разрушить памятник Белочехов. И потому что они хотели якобы поджечь эту самую прокуратуру. Ну, там много всяких нелепостей. Я уверен, что их провоцировали. Я опытный человек, я знаю, что есть специальные службы, которые подсылают. Это, кстати, было с одним из Сугробовых генералом, который с коррупцией боролся. Они так делали. И начинают ребят подначивать, давайте что-нибудь сделаем, что мы сидим. И потом на место подбрасывают еще эти повязки НБП. Ну, это же явная провокация. Это раз. А во-вторых, белочехи. Ну, это большевистский термин. Ну, белочехи и белочехи. Только они какие-то странные белочехи. Строго говоря, если бы не белочехи пресловутые, которые, кстати, обокрали нашу страну, они там и золото помогали красть, и много всякой дряни делали, и того же без их помощи никто бы Колчака бы и не схватил, и не повесил бы. Так что там так все напутано. И какое дело, почему в Челябинске должен стоять этот памятник чужестранцам, которым плевать на русский народ? Вон в Америке разбрасывают памятники. Так они понимают, почему надо сбрасывать памятники. И не все против них, кто сбрасывает эти памятники. Эти памятники у них почему они сбрасывают? Они этим доказывают, что они хотят сбросить этот строй. А этот строй, который сейчас у нас, он ведь незаконный, этот строй. Как он был? Да он был после расстрела Верховного Совета. Это все тоже незаконно. Нет, они приняли Конституцию, которая тоже незаконна. Но они знают, пройдет 20 лет, и все будет законно. Вот прошло 25 лет, и вот они новую Конституцию. Все незаконно. Поэтому незаконные преследования мальчиков, юношей, ребят, которые хотели скинуть ту штуку, которая не должна стоять. И никого они не хотели поджигать. Это провокация. Свободу этим ребятам.